пожароопасному лету готовы. Возле парка Степанова прошли масштабные учения МЧС. По легенде, в жаркий летний день отдыхающие на природе ивановцы не справились с огнем. Загорелась сухая трава возле жилых домов и местечко Отрадное. Появилась угроза распространения пламени на населенный пункт. В течение получаса с горением справились. В учениях задействовали более 50 единиц техники и 200 человек личного состава. Кроме этого, проверили работу авиации МЧС, центра ГИМС и пожарного поезда Северной железной дороги. За время учений удалось отработать несколько сценариев. Пожар по сезону непредсказуемый. Вообще огонь – это враг, с которым очень тяжело бороться. Но причина в том, что он непредсказуем. Поэтому мы старались отработать весь спектр моментов, который может быть связан с данным сезонным риском. Конечно же, мы сейчас совместно с комитетом лесного хозяйства и с другими подразделениями более предметно работаем над пожарной обстановкой, связанной в лесах. И самая главная задача наших как органа МЧС России – это не допустить перехода данного пожара в населенный пункт. Стоит также отметить, что с 28 апреля в области введен особый противопожарный режим. Согласно правилам, теперь в лесах запрещено разведение костров. Также введено ограничение на пребывание граждан в лесах региона, въезд в лесополосу транспортных средств. У пожарных введен режим повышенной готовности.